Итак, наши пинги не проходят из одной сети в другую, потому что у нас не прописаны маршруты, как мы должны двигаться из одной сети в другую. Давайте посмотрим, как прописывается маршрутизация. Для маршрутизации есть две команды, два варианта команды. Мы можем писать маршрутизацию через интерфейс, а можем писать через адрес следующего хопа. Вот таким вот образом, через интерфейс. То есть, если нам нужно идти в эту сеть с такой маской, то мы пускаем через последовательный интерфейс 1. А в этом варианте мы пускаем через вот этот IP-адрес. Этот IP-адрес находится чаще всего вне роутера, то есть это так называемый маршрутизатор по умолчанию для этой сети. С помощью ARP-таблицы роутер находит этот адрес и посылает ему свои пакеты. Кроме того, что мы можем писать маршруты для каждой определенной сети, мы можем задать и маршрутизацию по умолчанию. То есть сеть 0.0 и точно так же или интерфейс, или адрес следующего хопа. Давайте посмотрим ARP-таблицу нашего роутера. Вот у нас первый роутер. Enable. Show ARP. Вот мы видим ARP-таблицу для нашего роутера. Мы видим локальный интерфейс и интерфейс, который он запомнил у роутера 2. Попробуем пропинговать роутер 3. 172.16.10.2. Пропинговался. Посмотрим, как изменилась наша ARP-таблица. Последовательный интерфейс в ARP-таблицу не записывается. Итак, теперь давайте попробуем сконфигурить наш роутинг. Итак, пропингуем интерфейс последовательный роутера 1 с роутера 2. Так, роутер 2. Пинг. Ну, давайте вот посмотрим, что у нас эзернетовский пингуется. 172.16.10.1. Не пингуется. Он не знает, как нам двигаться к этому интерфейсу. Давайте мы посмотрим таблицу роутинга и добавим в нее роутинг до нашей сети 172.16.10.24 через роутер 1. Итак, show IP root. Вот у нас такая таблица. Добавим к нашей таблице вот эту запись. Conf-t IP root сеть 172.16.10.0/24 через интерфейс 10.1.1.1. Вот так вот. То есть вот мы добавили. Теперь пропингуем, как видите, пинг чудесно проходит. Теперь пропингуем роутер 3. Пинг не идет. Почему? Дело в том, что хотя мы прописали, как пройти в сеть 172.16.10.0, и пакет туда проходит, но они не знают, как пройти обратно. То есть обратного-то маршрута нету. Поэтому
нам нужно на третьем роутере прописать обратный маршрут. Show IP route. Вот такой маршрут добавим. IP route. Мы добавляем вот эту сеть через опять наш роутер 1. 10.1.1.0.255.255.255.0 через 172.16.10.1 и пропингуем теперь со второго. Вот видите, все пакеты прошли. Но такая запись для каждого интерфейса, для каждой сети, она немного излишняя. Поэтому лучше пользоваться роутингом по умолчанию. Давайте мы удалим маршруты, которые мы создали, и пропишем роутинг по умолчанию. Вот. Мы добавили вот такую IP-root. Ctrl-A в начало. Нову пишем. И точно так же тут. Conf-T. Ctrl-A в начало. Нову. И теперь на втором роутере создадим маршрут по умолчанию через первый роутер. И аналогично на третьем роутере маршрут по умолчанию через первый роутер. Conf-T. IP root 0.0.0.0.0.0.0.0 через первый роутер 10.1.1.1 и тут через второй, вот опять же через первый роутер IP root 0.0.0.0.0.0.0 через 172.16.10.1. Посмотрим таблицу маршрутизации. Show IP route. Вот у нас два. Вот таблица маршрутизации. C это connected, то есть это непосредственно подключенная сеть. S это статистический роутинг. И точно так же тут show IP route. Вот точно так же таблица маршрутизации. И давайте пропингуем. Как видите, все нормально идет. Запишем память. Итак, мы прописали статические маршруты, посмотрели, как ходят пинги. Далее мы прописали маршруты по умолчанию и опять посмотрели, как ходят пинги.